Здравствуйте, мои дорогие, любимые девчоночки. Здравствуйте, мои красавицы. Здравствуйте, мои необыкновенные. Я рада приветствовать вас на своем канале Таро Солнце. С вами Евгения. Сегодня я сделаю расклад на тему «Его тайные секреты». Что он скрывает о вас? Посмотрим, что нам скажет мужчина, что нам раскроет Вселенная. А она дает информацию даже ту, которую человек на самом деле никогда бы не сказал, не озвучил. Она просто считывает этот энергетический поток с каждого и дает нам знать и понять, увидеть ситуацию буквально с другой стороны, даже действия человека, понять, почему он это делает, для чего он это делает и что на самом деле происходит в его душе. Давайте настроимся. Девчонки, мы с вами вместе настраиваемся, как обычно. Я уже сразу, у меня нету я и вы, у нас есть мы, да? Называйте имя своего мужчины. Отстранитесь от всех мыслей, от всего, что происходит, что чувствуется, что слышится. Погрузитесь в себя. Вспомните его. Назовите его имя. Дату рождения, свое имя, дату рождения. Вспомните чувство, ощущение, когда вам было очень хорошо с ним, чтобы войти в один энергетический поток и получить как можно больше ответов на вопросы. Нам нужно быть погруженными в эти ощущения. Чем глубже, тем лучше. Тем больше ответа вы услышите на свои вопросы. У меня уже голос садится, потому как я уже просто погрузилась в это состояние. И уже голос мой становится медленнее, глубже. Угу. Так, ну что, уже летите. Красотки, вы такие красивые сегодня. Какая-то вы сегодня красивая. Ну, расскажите, кто там сделал себе причесочку, кто подкрасился сегодня. Вот какой-то особенный какой-то у вас день вы сегодня. Может быть, не обязательно он должен быть особенный для кого-то. Вот для себя сделали. Кто-то маникюрчик, кто-то там кремчик, кто-то подушился какой-то вкуснятиной. Прям цветочками пахните вы, мои девочки-красавицы. Так, ну давайте для начала сделаем сигнификацию. Посмотрим, какой мужчина к нам пришел, какая женщина, что между вами. Дальше будем раскрывать. Больше и больше. Больше и больше, девочки. Так, ну что, поехали. Мужчина какой-то пришел. Женщина. Солнышко. А что между вами? Ой, две карты. Ну, две, так две. Значит, так должно было быть. Да. Мужчина. Мужчина пришел в куполе закрытый. Вот закрытый он. Вы прям ощущаете, знаете, что он буквально от всего мира вот закрывается. Вот он другой. Он не такой, как все. И он это знает причем. И он не раскрывается всем. Не показывает всем такой, какой он есть. У мужчины много мыслей на данный момент. Они просто летят и кружатся в голове по кругу, по кругу, по кругу, по кругу. И он... этими мыслями просто сам себя закрывает. Вот он не выпускает эти мысли, вот он может ни с кем не делиться, никому не рассказывать, а они у него, как вот эти птицы, кружат в голове, постоянно думает, думает, думает. Одно и то же по кругу, по кругу, по кругу. Опять же, есть вероятность, что мужчина водного знака зодиака, это уже просто стандарт моего расклада, ну приходите одни и те же, ну вот и приводите мне своих мужчин. Либо мужчина, опять же, таки связан с водой, потому что здесь есть ракушечки у нас такие закрученные, водичка, капельки. Мужчина на данный момент не видит истины, не видит правды, не видит реальной ситуации, потому как сам он себя закрыл в этот купол, сам себе создал какую-то историю, сам себе создал какую-то правду, вот, в которую он верит, и вот по кругу он ее прорабатывает, прорабатывает. Хотя мужчина очень корнями проросший, знаете, во что? В обыденность, в реальность.
Но он на данный момент иной. Вот не такой, как был раньше. Он сейчас, как вот это дерево, смотрите, оно вроде бы корнями растет в земле, да, вроде бы такое земное, обыденное. Он очень стабильный, может быть, по жизни. У него, может быть, работа хорошая, не обязательно хорошая, но вот такая вот стабильная, которая вот постоянно приносит ему как бы определенный заработок, он уверен в ней, вот как корни, да, он пустил, у него есть там свое жилье, свой дом, вот своя опора у него есть в жизни однозначно. Он не в каком-то подвешенном состоянии, нет, но он сейчас будто бы вот между небом и землей находится в каком-то новом пространстве, вот в таком вот, не таком, как он был раньше. Да, и он буквально сам себя ограничивает от окружающих. Ему даже могут говорить люди, либо замечать люди, и что он вот держит определенную рамку, определенный купол, вот свой, и он там находится, не впуская никого туда. Причем ему там тяжеловато, я вам скажу. Вот на деревьях листики аж начинают вянуть и желтеть. Ему там тяжело находиться, и вот эти вот мысли почему-то ему тяжело. Мы дальше посмотрим, какие тайны у него и секреты, почему вот он закрылся, почему в этом куполе, почему это его буквально убивает. Что-то его прям там убивает, прям такое неприятное чувство. А вы какая у нас? Солнышко пришло к нам. Солнышко ясное. Вас могут люди даже называть солнце. Вы любите тепло, да, желтый цвет. А, золотой. Вот у кого что золотое, девчонки, напишите мне четко. Вижу, у вас есть что-то золотое. Вы прям любите, любите это. Рядышком держите с собой, либо носите. Желтенькое, золотое, ярко-оранжевое. Напишите мне, пожалуйста, кто носит, кто связан, у кого есть, кто любит. Вы необыкновенная, но вы сильная. Вы как женщина-птица. Носик у вас может быть остренький. Да, глаза такие раскосые, раскосые. Напишите мне, девчонки, у кого такие глазки, раскосые, острый носик. Вы красивая, но у вас необыкновенная красота. Вот какая-то она нестандартная, вот не такая, как у всех. И вас постоянно люди замечают, обращают на вас внимание, потому как вы не просто как, ну, куколка, да, вот, а у вас какая-то вот нестандартная красота. Или слишком большие глаза, или такой носик необыкновенный. Вот что-то у вас есть, брови какие-то такие раскосые, широкие, или большие, или длинненькие. Но вот что-то я вижу четко, что, ну, как нестандартная, да, красота, там, как глаза, нос, губы. Вот что-то у вас выделяется очень. Напишите мне, пожалуйста, что у вас выделяется. Мне будет интересно очень знать, потому что я четко вижу, что это есть. Вы очень сильная. Вы при желании можете просто смести всю планету. Вот если вы чего-то решили, вот если вы чего-то захотели, то все, преград у вас нету. В небе все гудит, все летит, я так решила, и так будет. И вы очень сильная, горячая, у вас очень сильная энергетика. Энергетика у вас золотая, желтая. Люди могут чувствовать жар, когда находятся рядом с вами, либо вас может даже в жар бросать. Именно из-за силы энергетики. То есть это не обязательно должен быть жар, как тепло, а так вот резко, вот какое-то вот ощущение, что человек просто замирает, и он. Вот вы даже могли, смотрите, если вы заходите в какое-то помещение, вот люди могут раз и замолкнуть, потом раз-раз-раз и продолжить дальше разговаривать. А это энергетика, это без слов считывается, ощущается на ином уровне, просто хребтом. Знаете, как чувствуется вот это оно, что между вами. Тут у нас две карты сразу. Кто-то за кем-то охотится. Ага, кто-то охотится за тем, который хочет отпустить и уйти. Значит, кто-то уходит от вас, кто-то уже хочет уйти с этих отношений, кто-то хочет это все закончить, буквально обжигает руки уже вот тем, что он настолько устал держать, это уже руки, говорит, уже затекли у меня просто это все держать, я уже устала, мне уже. Я уже хочу отпустить, я хочу опустить эти руки. Вот человек, один из вас хочет отпустить руки, а второй охотник. Пф, отпустить руки, ага, сейчас. Короче, тут такая полная противоположность. Один просто как медведь сильный прет со своими четкими, сильными
Вот вы можете, знаете, как ощущать мужчина, что он настолько силен, что он вас буквально подавляет, даже если вы не видите его, говорит, энергию просто, вот как будто бы вот что-то тяжелое, вот как камень на душе, или вот что-то вот вас давит, вот как этот огромный медведь. Вот вы напишите мне, пожалуйста, кто чувствует прямо вот как тяжесть от того, что вот мужчина настолько на вас действует, воздействует, что навалилось как будто бы вот это вот такое тяжелое, что вот я чувствую, мне аж вдохнуть тяжело, вот так вот тяжело вам на душе, внутри или даже физически вы можете чувствовать, будто вам грудную клетку даже сдавливает. Охотник ваш. Угу. Интересно, я сказала охотник вас, значит, это что, он вас не отпускает? Тогда вы получаетесь, хотите все это отпустить и говорить, слушай, я так устала. Мне уже так вот это вот затекло, руки у меня затекли уже держать это все, верить в это все, надеяться в это все, ждать, что я уже готова в любую секунду просто отпустить эти руки. Вот светлого в темное, светлое в темное. Вы понимаете, что вот эти чувства ваши к нему, они светлые, они нежные, они яркие. Но вы же настолько устали, что вы уже можете погрузиться вот в это самое днище, вот в эту самую темную темень, которая, смотрите, со светлого вообще вот в это все. Вот вы все, в любую секунду вот готовы сделать, опустить руки вниз. Так, вот такая вот у нас сигнификация. Кто узнал себя, продолжаем смотреть. Кто не узнал, продолжаем смотреть дальше, потому что мы никогда не знаем, и я никогда не знаю, что нам расскажет мужчина, что нам скажет Вселенная. И на любой минуте, может быть, все закрутится так, что просто голова кругом идет. Здесь такое дело. Никогда не знаешь, чего ожидать и какую секунду чего ожидать. Значит, я оставляю вас, оставляю мужчину. Давайте посмотрим на вот этой колоде. Я хочу сначала посмотреть его тайные секреты, что он скрывает. И потом дальше раскроем еще на других колодах. Я хочу его посмотреть с разных сторон, чтобы разные колоды раскрыли и дали нам больше информации, которую мы только можем узнать. Его тайные секреты. Тайные секреты твои. Давай, не закрывайся. Так, давайте, девчонки, настраивайтесь, прям спрашивайте его. Твои тайны и секреты. Какие твои тайны? Раскрой нам свои тайны, мужчина. Раскрой нам свои тайны. Ну, в чем тайна заключается? А тайна заключается в любви. Смотрите. В любви. В любви к женщине, которая воспринимает он даже как мать. Ну, смотрите, как мать восприятие, это не то, что мама там ходит за ним, носки стирает, собирает, кушать, готовит. Нет. Женщина-мать — это женщина, которой можно полностью довериться, раскрыться, показать истинного себя, да, как ребеночек маме, рассказывает всю правду, не скрывая, потому что знает, что мама, она услышит и поймет иначе, не так, как другие. И мама без слов просто понимает. И смотрите, так как мы делаем расклад на вас и на вашего мужчину, первая женщина, которая выходит в раскладе, это вы. Мужчина нам показывает, что я тебя люблю. Я тебя люблю. Как мать. Как мать своих детей, возможно. Я тебе открыт так. Не просто какой-то там флирт. Просто там покрутить, закрутить, половину сказать, половину не сказать. Нет, я с тобой чувствую себя так искренне и так спокойно. Я чувствую тебя, как будто ты мне такая родная и необыкновенная. Он долго шел, я вам скажу сразу по черепашке, я могу сказать, он долго вот шел к этому осознанию и пониманию. Он изначально даже мог находиться в каком-то подвешенном состоянии. Вот тут грибочки какие-то. Он вообще даже думал, кто заколдованный, я приколдованный. Что она со мной сделала? Почему я чувствую к ней себя иначе? Не так, как другими, не так, как раньше, не так, как обычно. И через время вот по этой черепашке до него дошло. Да потому что она иная, да потому что она особенная, да потому что она мне родная. Материнские чувства очень нежные. Очень доверительные и очень открытые. Вот только с мамой мы можем поговорить и
Сказать действительно так, как есть. Ну, понятно, что мама должна тоже быть нормально адекватная. Ну, здесь как бы в самом хорошем проявлении у нас идет мама. Что он еще? Какие у него тайны и секреты? Он чувствует себя мальчишкой с вами. Маленьким-маленьким, голеньким. А голенький — это человек, который открытый весь. Вот опять же, вот у нас и мать, и вот идет ребеночек открыт. То есть вы для него такая... Вот смотрите, точно, мама и ребенок. Ну, обалдеть. Я просто говорю, а потом карты мне подтверждают. Смотрите, информация идет с потока вначале, а потом по картам подтверждается. Я с тобой как ребеночек могу сказать маме, обалдеть. Посмотрите, как оно действительно и есть. Я перед тобой открытый, я перед тобой беззащитный и невинный. Ты знаешь все обо мне. Знаете, как мама знает все о своих детках? Ты мне можешь не говорить, а я уже все знаю. Вот и это он так понимает и видит вас. Боже мой. Опять же, мужчина особенный. Вы знаете как? У мужчины есть дар. У него есть какой-то дар руками что-то делать. Напишите мне, что ваш мужчина делает тут руками. У него что-то вот особенное, что он может делать руками. Что-то горячее, либо связано с огнем, либо вот он руками делает, у него руки горят от этого. Но я вижу реально, что ему дар дан. Это дар особенный. Это дар ему дан. Не у каждого он есть. Не каждый умеет это делать. Не каждый может это делать. Но он ему дан. То есть он не то, что в жизни научился это делать. Нет, он был рожден с этим, и этот дар ему вот буквально освещает, вот освещает путь, освещает жизнь вперед. И он понимает, что он у него, кстати, есть. Это не просто так, что он живет, не зная. Нет, он знает, он понимает, что он у него есть, и он у него особенный, он у него горящий и воспламеняющийся. Угу. Какие тайные секреты? Тайные секреты у него в том, что, как интересно, три карты сопоставляются. Мама, ребенок и тело с ощущением, с чувствами. Он говорит, мы с тобой родные не только телами, но и на другом уровне, на внутреннем, на уровне ощущений, на уровне чувств. Вы читаете друг друга. Понимаете, вы без слов понимаете друг друга, вы чувствуете друг друга. Перед, смотрите, мужчина здесь снял маски. Он говорит, перед тобой я снимаю маски. Вот он тут сидит, обнаженный весь, то есть он открытый. И опять же, карта подтверждает следующее. Я перед тобой снял маски, перед тобой я показал себя такой, как я есть на самом деле. Только с тобой я открыт. Вот это он говорит, и это он скрывает, девчонки. Он мог вам даже об этом никогда не говорить, но какие-то фразы, которые он вам говорил, и вы слышали, и вы понимаете, что такие слова они говорят всем и не говорят каждому. Такие слова говорят буквально раз в жизни и только одному человеку, потому что одно дело говорить, а другое дело услышать, что тебе говорят. Одно дело слушать, а другое дело услышать. Вот с вами, когда он говорит, вы его услышите. И он это прекрасно понимает, и он прекрасно это знает. И опять же, вот этим даром, который он владеет, посмотрите, и здесь, вот идет вот этот дракончик, да? Это его необыкновенная сила, это его необыкновенное ощущение мира и вас. И вы с ним общаетесь, и понимаете, и слышите буквально по звездам. Вот можете смотреть, знаете, как больше чувствовать друг друга, когда вы на небо смотрите, на ночное, видите звезды, и вот в этот момент... Вы можете чувствовать очень особенный прилив энергии, информации, получения. И знаете, что это не только вы чувствуете, и он в этот момент, вы с ним просто общаетесь на ином уровне, слышите друг друга, и можете буквально даже разговаривать. Либо же в ночное время вы можете получать ответы на свои вопросы. Напишите мне, девчонки, кто знает, о чем я говорю. А я знаю, что... А я знаю, о чем я говорю, да? Так, давайте еще посмотрим на другой колоды. Что он скрывает от вас? Что-то он у вас сегодня такой какой-то грустненький, прям не могу. Мне прям что такое, прям тоска-тоска. Там так что-то ему печальненько. Ну, давай посмотрим, что скрываешь. Он же изначально показал, что он сидит в своих мыслях в этом дереве. Я чувствую, что он закрылся, прям его прям гложет. Давайте спросим, что ты закрылся? Закрылся, что? Мужчина, расскажи, пожалуйста, чего ты закрылся вот в этих своих мыслях, в этом своем дереве, в этой колбе своей? Почему ты закрылся?
Тяжело ему сейчас, очень тяжело. Посмотрите, как прет просто. Еле-еле. А почему тяжело? Потому что бумерангом возвращаются события, которые когда-то он сделал в жизни, и теперь ему они возвращаются бумерангом, рушатся. Рушится то, что было раньше. У него сейчас идут большие перемены. Он сейчас находится в очень пессимистичном состоянии. Вам сразу сказала, что-то он у вас какой-то грустный. Мне все эти карты сейчас подтверждают. Потому что ему бумерангом прилетело все. И он понимает, что чтобы что-то сделать, нужно бороться, нужно идти, нужно менять свои правила, нужно менять свои отношения в жизни, нужно менять отношения к людям, нужно менять отношения. Ну, на данный, понятно, расклад мы смотрим на вас и на мужчину. Нужно менять отношения к вам и нужно менять поведение к вам, потому что так как раньше нет, не работает, и все рушится, все закрывается, и он понимает, что это ему от этого очень тяжело, вот прям вообще тяжело, но он прямо не останавливается, вам скажу, такие он просто, знаете, трансформируется, вот переходит он с одного этапа в другой, и вот это человек, когда трансформируется, он должен посидеть, подумать сам в тишине, вот у него голова должна от этих мыслей погореть, покрутиться. Ну а как человек может измениться? Просто так проснулся, ла-ла-ла, я другой? Нет, конечно. И на это нужно время, и трансформация не проходит ни легко, ни весело. Потому что осознание другой ситуации, другого видения вообще на мир и на события и на ощущения дается нелегко и непросто. Да. Давай, мужчина, что скрываешь от женщины? Покажи мне, пожалуйста. Что ты скрываешь от женщины? Что он скрывает? Что его цель — это вы, девчонки. И он смотрит в вашу сторону, протягивает, буквально ручку к вам тянется. Он говорит, мы с тобой отображение одного целого. Вот как ты чувствуешь меня, так я чувствую тебя. Как ты ощущаешь меня, так я ощущаю тебя. Мы разные. Вот вы с ним разные. Вы можете в разных мирах буквально жить, в разных странах, на разных расстояниях. Вот вы не видите друг друга. Только вот через экран я вижу, у вас идет общение. Вот вы можете видеть друг друга через экран. Экран телефона, экран компьютера, либо это окно. Ну, либо вот вы не видитесь, не трогаете друг друга. Вот они друг от друга на таком расстоянии. И вроде бы и далеко, и близко. И видите друг друга буквально... Глаза смотрите, видите друг друга, не видя друг друга. Знаете как? Это на ментальном уровне ощущения, чувства, переживания. И они у вас одинаковые. Вы же зеркалите друг друга абсолютно. Вот как чувствуете вы себя, так чувствует и он себя. Вот вы чувствуете, что как-то вам грустно и непонятно. Вроде бы в жизни все нормально, ничего такого. Ну, не было такого, чтобы... А вас прямо накрыла какая-то тоска, какая-то грусть. Вот это его. Вот так вот вы его чувствуете, вот отзеркаливает ощущение. Вот это то, что он скрывает от вас. Он знает и чувствует это. Что он еще скрывает? Да что ты? Вы настолько важна для него, вы настолько нужна ему. Он вам протягивает кубок со своими чувствами. Чувство значимости. Вы для него безумно значимая. Вы другая, опять я вам говорю. Вы можете быть абсолютно разные. Напишите мне, пожалуйста, в чем ваша разность? В возрасте, в росте, в национальности, в языках, в странах, во всем чем угодно. Но вы такая для него прекрасная, необыкновенная, просто принцесса. Он чувствует вас, себя серым чудищем, неполноценным буквально, который на колени говорит, я перед тобой становлюсь, потому что я весь полон чувств. Я тебе их даю, я кроме тебя ничего не вижу, у меня прям все горит, я весь красный, его то в жар, то в холод, то в жар, то в холод бросает от этих чувств, от этих ощущений и переживаний. Он говорит, ты мой ангел-хранитель. Смотрите, как мило, да? Вот, смотрите, вот что раскрывает Вселенная, вот что она дает знать, то, что человек никогда не скажет, это на его подсознание идет, это считывается его энергетика, это считывается его внутреннее ощущение, это говорит его душа. Говорит, ты мой ангел-хранитель, я с тобой чувствую себя как маленький мальчик защищенный, так как и в начале было, да, девчонки, смотрите. А я уже убрала эти карты, когда была мама, и
Ребенок, он чувствует с вами защищенным себя. Вот действительно, так и есть. Это необыкновенно, и это шикарно. Чувствовать так себя человеком, ты буквально меня крылышком закрываешь от всего плохого. И когда с тобой, я знаю, что все у меня будет хорошо. Когда с тобой, я чувствую себя маленьким. Он может быть, вас младше по возрасту, очень возможен такой вариант. Он говорит, я чувствую себя защищенным с тобой, и ты держишь меня. Вот вы буквально ручкой его держите. Скажите, вы вот так сидели с ним, держали его так за ручку? Напишите мне, пожалуйста. Потому что я вижу, что такое было. Ты моя опора, ты мой мир. Ты та, с которой я вижу краски этого мира. Ты та, которая приносишь радугу в мою жизнь. Ты та, которая выше гор и яснее солнца. Ты та, которая открыла мне абсолютно иной мир. С тобой я увидел мир иным. С тобой он стал для меня ярким и красочным. С тобой небо стало синее, а облака белее. Горы выше, а солнце ярче. Так он говорит. Вы сильная. Вы дали ему новый мир. Вы очень сильная, девчонки. Очень сильная. Вы буквально его как мальчишку вывели в новое. И он сейчас это все осознает. И сейчас у него вот это все крутится в голове. Ну, такой процесс. Человек должен пройти это. Человек должен это понять и осознать. Для того, чтобы потом в жизни что-то менять, понять, куда менять, в какую сторону менять и что ему нужно. Но мужчина сегодня очень красиво, красиво прям, да, сказал. Много рассказал. Так прям глубоко-глубоко, самое такое нежное, самое такое откровенное, да, признание было. Мне очень понравилось, спасибо. Я благодарю мужчину, я благодарю Всевышние силы за то, что я могу через карты Таро отвечать на все ваши вопросы, через ощущения, через чувства, через буквально физические и даже через воздух. Я чувствую все эти ароматы, я вам всегда передаю, когда я ощущаю что-то. Я хочу, чтобы вы знали, видели картинку полностью и поняли весь спектр этих чувств и ощущений, потому как, если есть такая возможность, я с удовольствием по максимуму раскрываю вам все детали и все буквально частички каждой истории. Поэтому я благодарю вас за расклад, за комментарии, за лайки. Я так люблю читать ваши комментарии, девчонки. Я благодарю вас. Мне так это просто греет душу, поддерживает меня. И я знаю, что я вам нужна. И для этого я здесь. Благодарю вас. Благодарю Всевышние силы. Благодарю мужчину, который пришел к нам на расклад. Желаю вам шикарного времени суток. Все будет хорошо. С вами была Евгения. Пока-пока.